Заявила пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Джен Псаки. По ее словам, еще стоит на повестке дня и вопрос о предоставлении вооружения Украине. А вот Киев у Вашингтона даже в случае несоблюдения минских договоренностей вне подозрений. Будут ли приняты в отношении Украины какие-нибудь санкции за невыполнение минских договоренностей? Украина в течение последних нескольких месяцев не только выполняла принятые в Минске договоренности, но и оказывала поддержку по поиску мирного решения. Значит, вы даже не допускаете такой возможности, что правительство в Киеве может нарушить соглашение? Это просто смешно. За последние полгода Украина выполняла минские договоренности, а Россия нет. Именно на это мы и опираемся.